свою очередь, министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, докладывая о текущем положении дел в зоне своей ответственности, тоже привел цифру. 51%. Именно настолько выполнен в Заполярье план вакцинации. Всего защиту от коронавируса в регионе получили уже свыше 178 тысяч северян. Что касается эпидситуации, то она, по словам главы регионального Минздрава, по-прежнему остается достаточно напряженной. Но, цитата Дмитрия Панычева, с тенденцией на стабилизацию. Вопросы здравоохранения стали основной тематикой приема граждан, который провела заслуженный врач России, сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко. Основной, но не единственной. Могу отметить, что в последнее время ко мне обращаются не только по вопросам здравоохранения. И в настоящий момент очень разнообразные обращения. Они касаются прежде всего здравоохранения, оказания медицинской помощи, вопросы. И вопросы оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Я считаю, что это очень важная история, потому что мы должны создавать все условия для нормальной жизни. Сенатор от Мурманской области отметила, приемы граждан, помимо того, что помогают точечно решать проблемные вопросы северян, дают возможность составить объективную картину запросов общества и расставить акценты, на чем именно необходимо сосредоточить усилия в краткосрочной перспективе. Сейчас это особенно важно, потому что мы наполняем программу «На севере жить», которая, как я всегда говорю, как раз и будет создана и расширена благодаря предложениям наших граждан. Поэтому такие обращения, конечно, очень важны, особенно тогда, когда ты можешь помочь.